Забайкальском крае продолжается вакцинация населения против сезонного гриппа. На страже здоровья детей и взрослых уже известные препараты Гриппол и Гриппол Плюс. В этом году, как отмечают медики, препарат еще более эффективен. В нынешнем году забайкальцы ответственнее относятся к профилактике гриппа, говорят врачи. Как доказательство, огромные очереди в прививочный кабинет. Поставить укол от болезни первыми спешат люди из группы риска. Студенты, пенсионеры, работники сферы здравоохранения, обслуживания и образования. Забайкальский край гриппа не боится. Задержек поставки вакцины в регион не было. В Забайкальский край в полном объеме поступила вакцина для вакцинации против гриппа. Эта вакцина называется Гриппол. Наше лечебное учреждение уже поступило в объеме 12 500 доз вакцины. Полным ходом идет и вакцинация детей. В Читинской школе номер 9 на сегодняшний день из 1500 ребят около трети уже привиты. Препарат года нынешнего отличается тем, что в его состав включен дополнительный компонент против опасного штамма H1N1. Он обеспечивает защиту на 12 месяцев и легко переносится организмом. Вакцина показана даже 6-месячным малышам. Дети хорошо переносят прививки. И родителям не нужно бояться реакции, побочных эффектов. Нужно привить своего ребенка от гриппа. Вакцинация продлится до 30 ноября. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, причем абсолютно бесплатно. Дарья Юринская, Олег Сукач, Вести, Чита.